24 июня в Ульяновске на Соборной площади прошло торжественное прохождение войск Ульяновского территориального гарнизона. Наш телеканал организовал прямую трансляцию. Зрители не только у «Правда ТВ», но и других телеканалов, а также интернет-сайтов могли смотреть прямой эфир, не выходя из дома. Помимо торжественного марша на площади вдоль памятника Ленину была развернута статическая демонстрация вооружения и военной техники. Мероприятие началось в 10 утра. На площадь выехали автомобили со штандартами фронтов Великой Отечественной войны, участвовавших в Параде Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. Спустя несколько минут начальник гарнизона полковник Роман Николаевич Панков занял место в своем автомобиле. Парадные расчеты. Равняйсь! Сильно! К месту построения! Шагом! Марш! Парадные расчеты выдвигаются на площадь и занимают места согласно схеме построения. Начальник гарнизона объезжает войска, здоровается с ними и поздравляет их. Здравствуйте, товарищи гвардейцы-десантники! Поздравляю вас с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, воинов Ульяновского гарнизона, всех жителей Ульяновской области поздравил губернатор Сергей Иванович Морозов. Такие торжественные моменты всегда появляется чувство гордости за величие и могущество нашей страны, нашей малой родины, Ульяновской. И мы всегда должны помнить, что это величие складывается из поступков людей, из решений каждого из нас. Слава солдатам Великой Отечественной войны! После поздравления губернатора начальник Ульяновского гарнизона зачитал приказ министра обороны Российской Федерации. Мы всегда будем преклоняться перед мужеством, духовной силой и патриотизмом тех, то не жалея себя на фронте, в тылу, день за днем, час за часом ковал победу над врагом. Память об их беспримерном подвиге навечно хранится в наших сердцах. Торжественное прохождение войск Ульяновского территориального гарнизона началось с механизированной колонны военной техники времен Великой Отечественной войны. Зрители могли увидеть легендарный танк Т-34. Затем на Соборной площади торжественным маршем проехали боевые машины десанта, многоцелевые бронетранспортеры, артиллерия десантно-штурмовых подразделений и прочая техника. Воздушную часть парада открыло звено самолетов Ан-2, стоящих на вооружении с 1948 года. Продолжили парад легендарный Ил-76, первые в истории СССР военно-транспортные самолеты с турбореактивным двигателем. Последним в небе Ульяновска пролетел новейший Ил-76МД-90А. После авиации военный оркестр завершил торжественное прохождение войск Ульяновского территориального гарнизона. В конце дня в 22:00 с площади 30-летия Победы был дан салют. Прямая трансляция также велась на портале ulpravda.ru.